Ну, вроде там было. Да, колосик пятый пятый. А, хоть что. И на каждый фильм мы должны выходить и реагировать вот таким образом. И чем больше людей выйдет, тем меньше будет этих роликов. Не понял вас. Я с вами согласен. Вы представляете? Вот и я не понимаю, как так? Как его держат, если он не придет? А потому что его руководитель такой же. Почему? Вся власть города знает. Как они менялись местами на президенте. Боже мой, потому что это просто, понимаете? Мы никогда не отдадим вот флаг. Я никогда его не отдам. Мы? Артамонов начал. Где регион лидер? Я был в Туле, намного чище город. В Масальске опозорился. Его двинули. Там были, нет, грязь, элементарно не могут убрать. Ждут каких-то субботников. А теперь, кстати, он здесь. Ну, и мы тоже не все знаем, что в Смоленске происходит. Снимали фильм про наши калужские дороги. Уже прошло полтора месяца, фильм так и не вышел, говорят, Ника снимал. Мы знаем про болгарские дороги, да, что там ямки. Уважаемый граждан! Здравия желаю! Какой вы цели здесь собрали? Уважаемый Калужин, я с вами начинаю ответственность по статье 20.2.2 Кодекса административных правонарушений. Давайте зачитаем. Да, чтобы громко было. Вы мешаете проходу граждан. Поступает заявление от граждан, что мешаете проходу. Стали, вы как мешаете. Созвонитесь, пожалуйста. Организация массового одновременного пребывания или передвижения граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка. Статья 20. Массового одновременного пребывания или передвижения граждан в общественных местах. Публичные призывы к массовому одновременному. Либо участие в массовом одновременном пребывании или передвижение граждан в общественных местах, если массовое одновременное пребывание или передвижение в общественных местах повлекли нарушение порядка. А что это за бумажка? Озвучьте. Санитарных. Статья 5, пункт 5 Федерального закона о полиции. Функционирование и сохранности объектов жизнеобеспечения или связи, либо причинение вреда зеленым насаждениям, либо создали помехи движению пешеходов или транспортных средств, либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 100 часов или административный арест на срок до 15 суток. А что это за бумажка? Озвучьте вообще. Кому мешает? Статья Кодекса об административных правонарушениях. А вы знаете главный документ страны нашей? Вы сейчас организовали. Мы ничего не организовывали, мы сами организовали. Массовое пребывание граждан. Мы пришли сюда. Мы сами пришли. В своем городе. Где же граждане? Статья 5, пункт 5 Федерального закона о полиции. При обращении к гражданину сотрудник полиции обязан представиться, назвать свою должность, воинское звание. О том, что ваше одновременное пребывание группа мешает проходу с коляской. Чепуха это. Такие же граждане, как вы, которым вы мешаете. Ну мы же можем отойти, ваша правильно, где люди не ходят. Или губернатора. Не знаю. В отличие от этих граждан, нас защищает 31-я статья Конституции, главного документа страны. Мы своими действиями. Мы не нарушаем. Это мой город, я калужанин, я пришел гулять по театральной площади. А почему вы своими действиями мешаете? Вы здесь просто гуляете. Кому не мешают? Ходите, гуляйте. Пожалуйста, встаньте так, чтобы люди могли гулять. Да. Мы можем переместиться. Я не могу пройти через вашу толпу. Дальше подходите, дайте мы переместимся. Мы можем переместиться. Человек подходит к нам с коляской, не могут здесь проехать. Вы все поняли, да. Надеюсь, да? Да, давайте переместимся туда, левее. Что вы создали своим пребыванием? Пожалуйста, проезжайте. Гуляйте так, чтобы не создавать помех гражданам, которые гуляют. Видите? Мамы с колясками гуляют, видят ваше одновременное пребывание, не могут пройти. Это наш город. Я не воспрепятствовал. Мы все жители города Калуги. Вы своей массовостью воспрепятствуете, не конкретно вы.
вообще, а массовость. Тоже массовый... Мы сейчас расходимся и вас предупреждаем, чтобы вы разошлись. А зачем мы будем расходиться? Мы просто потому вы сказали, что чтобы мы не мешали. Вы препятствуете передвижению пешехода. Это вы так думаете. А люди начинают жаловаться. Уважаемый, зачем вступать в дискуссию? Давайте переместимся с вот этой дорожки левее. В чем проблема? Мы решим этот вопрос. Если вы сейчас не перемещаетесь, вы не выполняете законные требования сотрудников полиции. Статья 19. Нет дорожки. Так, вижу, кто-то пишет, что за визги, ребята, это не визги, это машинки вон там катаются. Так, значит, митинг у нас, я так понимаю, не санкционированный, просто люди сами с собой пришли, собрались, просто потому что захотели. Никто никого не агитирует, никто ни к чему никого не призывает, не заставляет. Люди собрались сами и обсуждают обстановку в стране. Да и не только, попросту общаются. Молодцы, что сказать. Все, ребята, у меня садится батарейка, всем пока!